подписчики моего YouTube канала, это видео будет показано о следах гигантских, ну, так называемые следы гигантских рук в США. Я покажу координаты двух этих мест, где они расположены, а также будет показано, я еще это видео такое не делал, ну, может, там одно-два фото выкладывал, о гигантских вертикальных туннелях тоже в США. Согласно официальной версии, ну, следы вот эти, процарапанные следы рук в США, так называемые в индийской пещере, еще там в одном месте, это, ну, согласно официальной версии, это, они эти следы настоящие, официальная наука их признала и заловила, и заявила, что вот местные индейцы, либо, может, какой-то там великан среди индейцев, ну, типа генетические там отклонения, процарапал эти следы. Такие, ну, я первый скажу, что очень даже возможно. Например, самый большой человек из официально задокументированных жил в США. Его рост примерно то ли 2 метра 72 сантиметра, то ли 2 метра 74 сантиметра. Также неофициальная версия утверждает, что был еще один человек, которого рост был примерно 2 метра, то ли 84, то ли 86 сантиметров. Но официальная книга Гиннесса не признала это и признает только человека, который был рост 2 метра 72 сантиметра. В любом случае, даже этот рост, это действительно гигантский. Например, высота потолков в моем помещении, где я вот сейчас делаю это видео, 2 метра 55 сантиметров. А он как минимум на там 15 или сколько сантиметров выше, чем высота моих потолков. То есть он бы даже не смог войти нормально в мою дверь и не смог нормально стоять в том помещении, где я сейчас делаю это видео. Подробно по следах этих рук и по следах этих гигантских туннелей вертикальных, которые, согласно официальной версии, были проделаны водой, вы видите дальше видео. Согласно неофициальной версии, говорит, что, кто его знает, может, это какие-то следы, не факт, что это так, но может, какие-то следы какого-то бурения еще в те времена, когда на Земле не было людей, но кто его знает, может. Может, это и природные следы. Только машина времени может дать ответы на все вопросы. Все остальное об этих местах вы видите дальше в видео. Я покажу фотографии оттуда, я покажу их, насколько я смогу координаты. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube каналу.
Thank you.